лучшим водителем. Рассказали мама с папой, как вести себя за партой. Например, нельзя лежать, а парта – это не кровать. Я сидеть намеренно прямо, как учила меня мама. Нет, нельзя не расслабляться. И мальчики отличные, такие симпатичные, такие аккуратные, рука святые. Все высшие проказники, сегодня первоклассники, сегодня все хорошие, таких и в школе ждут. Я проснулся. Спать, я лёг поставил мальчишки, а проснулся школьником. Школьника. Песню для меня поют друзья про школу. И первый для меня звенит звонок веселый. За партой первый раз, и стало вдруг тревожно. Но здесь семья, мой класс, и здесь без мамы можно. Учительница здесь. Вторая наша мама, в мире знаний в добрый час, с улыбкой нам сказала. Волнуется мама и папа и я, весь вечер волнуется наша семья. Давно все готово, и форма, и бам, и чудо-цветы украшают сервант. А мама растеряна, все ли в порядке, и снова на форме прогладила складки. А папа забылся совсем. Коту вместо каши он бухнул в варенье. Я тоже волнуюсь и даже грожу. За мама и папа и свитер хожу. Мне мама сказала, наивный не будь. Я думаю, как бы на сегодня заснуть. Ведь ты же на школу идешь. Ванила, бери за архе, балышу много. Понять о жизни у нас. Ты большой, ты все хорошо помнишь. Чего еще? Я обещаю учиться на 5. Я обещаю все помнить и знать. Я обещаю науки познать. Я академиком в будущем стать.